Доброе утро. Мое доброе утро начинается с кусочка хлеба. Я его отмачиваю в молоке. Он уже впитал все молочко. И для чего? Для того, чтобы сделать маску под глаза. Хлебные патчи. Не знаю, как это работает, но работает на ура. Очень эффективно. Осветляет кожу, убирает кожные потемнения, выравнивает морщины и снимает отек, если он есть. Сейчас я разделю пополам и наложу под глазки и буду лежать минут 20, после чего смою и наложу масло или крем. Вот и весь уход. Кто не знал, возьмите на заметку, не пожалеете. Мое утро, как всегда, начинается с влажной уборки. Сейчас я буду обрабатывать все ручки, выключатели, полки, полы, короче, все, что можно. Специального средства у меня нет. Я добавляю обычный отбеливатель Ас, хлорочка, запах чистоты и какое-нибудь мыльное средство специальное для полов. И я начинаю наводить порядок и чистоту. Приготовила рыбный супчик. Вот с красной рыбки. Такой аппетитненький, вкусненький. Естественно, это вот такая вот консерва, семга натуральная. Вот с нее я и приготовила супчик. Как накормить семью, чтобы она осталась довольной, или даже гостей. Я хочу приготовить ужин и показать вам два простых рецепта. Все, что мне понадобится, вы видите. И по ходу готовки я буду все рассказывать. Это буквально начинка, лаваш и вперед! Для первого рецепта мне понадобится лаваш, который я разделила на такие вот кубики, и начинка. Начинка – вареное яйцо, сыр, соль, перец и ложка сметаны. И, конечно же, колбаска, можно сосиски, и яйцо с молоком. Выкладываем нашу начинку, берем колбасу или сосиску и делаем рулетик. Вот так. Взбиваем яйцо с молоком. Берем рулетик, который мы сворачивали, обмакиваем хорошенько в яйце с молоком и на сковороду с маслом. Обжариваем с двух сторон. Рулетики готовы. Вот такие румяные, аппетитные, запах обалденный. Буквально 3 минуты. Вот такие вот они внутри. И очень вкусные. И второй рецепт. Это также лаваш. Начинка будет куриный фарш с луком, чесноком и специями, сыр, зеленый лук
и майонез. Смазываю лаваш майонезом и выкладываю куриный фарш. И я решила добавить еще помидорку свежую. И посыпаем сыром. Сейчас сворачиваем рулетик. Вот так вот. И я его разрезаю на несколько частей. Вот так вот у меня получилось три части. Можно порезать и помельче. Или сделать так же, как мы делали первые с колбаской. Но я решила сделать вот такие вот большие. Обмакиваем также в яйце. И сбоку. И выкладываем на сковороду с маслом. Рулеты готовы, тоже румяные, аппетитные. Вот такие они внутри. Готовьте, вам понравится. Быстро, просто и очень вкусно. Нам приятного аппетита!